Всем привет, с вами Сивпро, и сегодня мы будем проходить карту, которую мне дал подписчик для Minecraft Bucket Edition. Как мне написал он, эту карту он делал сам. Вот, так что вы можете предлагать карты тоже так же, писать либо в ВК, либо под видео. Ну, здесь он нам пишет правила стандартные, не читерить, мы можем включить режим креатива, если мы не сможем пройти. Но мы начнем наше испытание. Первое испытание — это ответить на вопрос. Ну, свой канал я создал так, вроде бы 11 января. Давайте мы проверим. Для этого нам понадобится поставить туда... Да, я ответил правильно. Поставить гравий. Так. Видео у меня вроде бы 226. Ну да, вроде, правильно ты ответил. Третье испытание — это у нас выживание. Нужно добыть 3 алмаза. Ну, для этого нам, получается, нужен камень, дерево и железо. Потом уже мы только сможем добыть алмазы. Для этого нам потом понадобится печка, чтобы переплавить наше железо. Ну, уже по началу игры я уже вижу механизмы, так что карта, мне кажется, в дальнейшем будет хорошо. Даже очень хороша. Так что вы скачивайте. Ссылка на карту будет в описании. Так, мы начнем добывать наш камень, потом уже будем искать железо и алмазы. Также, получается, здесь должен быть уголь, если не ошибаюсь, чтобы, переплавить наше железо. Так, я сделал сразу камень, не буду уж копать. Вот сразу уже алмаз попался. Так, значит, копаем мы в правильном месте железо. Так, уже есть уголь. То ли нам везет, то ли это просто совпадение. То, что я копнул именно в этом месте, и тут все так близко. Хотя бы я, не знаю, вот уже еще один алмаз. Нам осталось найти еще один всего лишь алмаз. И два железа, да? А нет. Нам осталось найти всего лишь одно железо. Здесь, наверное, вам будет плохо видно. Так как вот очень темно, вот я уже добыл. Все, пойдемте переплавлять. И потом отправимся на следующий пункт испытаний. Так. Делаем печку. И начинаем переплавлять железо. Ну, одного угля нам точно хватит. Тут, как видите, еще капает дождик. И если кто-то сильно внимательный, тот мог заметить то, что опыта... Вот, у него очень много опыта. Получается, наш разработчик данной карты был читером, возможно. Но я выброшу ненужные вещи, пока у меня там переплавляется, чтобы занять свое время. Но эти вещи мне в дальнейшем вообще не пригодятся. Возможно, мне пригодится только там камень. Я просто очень не люблю паркур с лестницами. Вообще, я более не люблю паркур. Тем более, паркур, наверное, стал сложнее. 100% на этой карте будет паркур, так как паркур есть у всех. Это вот самая знаменитая часть всех испытаний. Она входит везде. Так, мы все уже, получается, сейчас отправимся на третью часть испытаний. Так, идем откапываться. Я мог, говорю, конечно, сломать рукой, но было бы это около 4 минут, заняло бы меня. Как я и говорил, это паркур. Сразу говорю, я, возможно, маленько начистерю, это я поставлю где-то блоки, но пока идет гладко. У меня уже, так сказать, не имеет пальца. Потому что и страшно, и вот все, я упал. Это я мог ожидать. Паркур довольно сложный. Поэтому я не люблю паркур. И все время, когда я прохожу паркур, на паркур у меня уходит очень много времени. Здесь хотя бы я могу поставить блоки. Нам дали такую возможность. Так, я и не понял, зачем нам нужна рыба. Возможно, пополнять голод, я этого не заметил. Голод можно и пополнить так, чтобы отключить сложность. Вот, мы будем пробовать пройти паркур. Так, вот осталось. Как так? Почему именно тут? Так.
Вот, ну, вы сами видели, извиняюсь, ну, так сказать, перед автором этой карты, но я просто не люблю паркур довольно. Ну, карта очень классная. Надеюсь, конец будет тоже очень классный. Блин, а? Я уже зол. Вот на самых глупых местах я уже проваливаюсь. Ну как так? Кстати, кто что смотрел в этот вечер? Это вроде было 20 число. 20 августа я снимал это видео. Если честно, то я смотрю «Кошки против собак». Напишите в комментарии, что вы смотрели в этот день. Вот, ну, если кто не знает, то это фильм шел по ТНТ. Вот. Ну, возможно, вы тоже, может, смотрели его. Так, ну вот я совершенно в глупых местах падаю, если честно. Сейчас, возможно, везде уже поставлю блоки, даже здесь сейчас поставлю. Все. Так, все. Почти. Везде уже поставил. Так, здесь, надеюсь, допрыгну. Так, рассчитать. Есть. Так, ну здесь я обязательно поставлю. Здесь я 100% впаду. Здесь я тоже поставлю. Так, ну здесь я, возможно, легко запрыгну. Да. А вот дальше я лучше поставлю. Кстати, я опять говорю, если кто не знает, то песок души это лица всех читеров. Вот, ну это такой прикол от Нотча. Если просто кто не знал, я вам напоминаю или, так сказать, рассказываю. Вот, ну давайте мы... Фух, все, слава богу. Уже паркур уже позади, мы уже пошли, почти прошли его. Так, осторожно. Все. Наконец-то, наконец-то. Мы прошли его. Боже мой. Я нормально все допрыгнул. Ну все, прощай паркур. А мы отправляемся дальше в путешествие. Тут нам, походу, надо спустить водичку. Ну, теперь мы поднимемся потихоньку по лестнице. Ну, если честно, то это уже не могу считать испытанием. Это как бы так, полезть по дну, залезть по лестнице. Но, если честно, вот паркур очень мне... Так, тут нам предлагают поспать. Вот здесь я тоже поставлю блоки, так как сохранения у меня на этом уровне нет. Так, я опять, могу сказать, приношу извинения автору, потому что очень я боюсь упасть и все. Просто-напросто мне придется все заново проходить. И паркур, и все остальное. Если была бы сейчас ночь, конечно. Но, к сожалению, в Майнкрафте такой еще возможности нет, чтобы с помощью командного блока сделать вечную ночь, чтобы это, так сказать, ну, восстанавливаться. Ну, получается так, как будто я сейчас играю не прохожу карту, а как будто я играю на скайблоке. Потому что я ставлю блоки. Ну, просто паркур, вот, я ненавижу, так сказать. Смотря какой, но для меня этот паркур сложен. Так, вот механизм, кстати, мне тоже нравится. Я бы даже спросил, как его делать. Ну, тут нам предлагают сразиться с мобом. Посмотрим, что за мобы. Сложность у меня на максимум. Давайте скушаем золотое яблочко. Все, мне хватит. Так, здесь нас ожидают волки. Но они, конечно, не злые, но мы их все равно убьем. Так как это часть задания. Так, кто тут еще? Все. Остался еще. Блин, бьют. Даже двое. Ага. И сюда. Все. Так, все. Так, получается, опять возьмем гравий. И так, взял. Все. Ставим. Да, блин, не туда поставил. Ставим и идем мы дальше. Здесь у нас уже лавовый лабиринт. О, кстати, я не сгорел. А, ну это я потому что съел золотое яблоко. Ну, это я могу легко пройти. Ну, толку я уже не вижу, так как я съел это яблоко. Маленько и автор тут не рассчитал. Маленько нужно потратить карту. Да, здесь мы уже спустимся легко с этой на лодке. Все. Получается, это конец карты. Так, что же там интересно в сундуках? Так, ну-ка, слезы давай. Ну, тут нам предлагают сорвать нашу карту, так сказать, повеселиться. Ну, я этот шанс не упущу. Конечно. Я рад был бы это сделать. Ну,
всю карту почему я не закладываю, потому что я показывал такой баг, то, что когда взрываешь много динамита, у нас все пропадает, поэтому я вот так заложу. И давайте мы сделаем экстремальное селфи на этой высоте динамита. Так, ну, для начала я хочу снять свою железную броню. Все. Я готов. Поджигаем, и мы смазываемся, да? Все готовы? Ну что ж, начинаем. Вот такое эпичное прохождение карты. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Но у меня очень сильно лагануло. Вот. Предлагайте свои карты и так далее.